Первые жертвы сезонных пожаров. В результате весеннего пала травы в стране пострадали 2 человека. За 10 лет в пожарах, спровоцированных выжиганием сухой растительности, погибло 80 и травмированы 60 человек. По данным МЧС, за минувшие сутки в стране зарегистрировано 59 возгораний травы. В Шумилинском районе и частном секторе Витебска пожарные расчеты ликвидировали возгорание на общей площади 1,5 гектара. На территории Витебской области уже зарегистрировано 17 возгораний сухой растительности на общей площади около 9 гектар. В 90% случаев люди выжигают траву умышленно. Чтобы не применять труд какой-то, они просто-напросто бросают спичку. Выжигание травы не только угрожает жизни человека, но и наносит значительный вред экологии. За это правонарушение административный кодекс предусматривает для виновника штраф до 920 рублей.